Городской ДК и культурно-деловой центр «Арктика» объединят в одно учреждение. Такое решение администрации региона поддержали депутаты окружного собрания. По словам руководителя Департамента образования, культуры и спорта Галины Медведевой, реорганизация позволит оптимизировать бюджетные расходы. Напомню, оба учреждения расположены в одном здании, они имеют схожие задачи, функции и уставные цели. При этом предполагается, что уменьшится количество административно-управленческого персонала, и ежегодная экономия составит почти 9 миллионов рублей. На сегодняшний день рабочий штат двух учреждений 140 человек. После реорганизации он должен сократиться до 120. Объединение планируют завершить к 1 сентября этого года.